Лежачий полицейский возле третьей школы получил второе рождение. В течение недели подрядная организация по заказу городской администрации торопилась к 1 сентября привести его в первоначальное состояние. Дело в том, что когда в прошлом году на улице Кирова укладывали новый асфальт, пешеходный переход, предназначенный в основном для школьников, практически сравнялся с дорогой. И машины проезжали его практически не останавливаясь. Теперь все нормально, по-старому. Остается лишь призвать к порядочности автомобилистов, чтобы они уважали пешеходов, уступали им дорогу. Тем более, что пешеходы эти – дети.